Понятно, что он, в общем, ушел, не желая и не будучи в состоянии отвечать за скандалезность римского католицизма, который уже, в общем, ассоциируется в первую очередь, как показывает вся социология, именно с педофилией, именно с тем, что большинство кардиналов, большинство прилатов, большинство как бы их попов на местах до такой степени замазано в этом деле, что уже как бы вот так отбиться нормальным образом и списать это на каких-то врагов и злоумышленников уже не получится.